Картина знакомая всем городским жыхарам. У дворы шматповерховок десятки припаркованных машин. Часто у обыход усих правил. Ти задумывается кто-нибудь за автоматоров, как сюда заедут пожарные, медики худкой допомоги и иншие оперативные службы, коли здарится беда. Супрацовники МНС и ДАИ оценили ступень доступности гомельских дворов для проезда спецтранспорта. Супрацовники областного управления МНС организовали эксперимент. Выпадково выбрали несколько домов и попробовали проехать до умовных пожаров. Але не смогли. Дорогу перекрыли автомобили. Рейд распачался в 17 годзин, час, когда люди начинают вертаться с працы. Поздним вечером ці ночью ситуация будет еще горш. Проблема заставленности дворов автомобилями на сегодняшний день очень актуальна. Не только для города Гомеля, но и для различных районных центров нашей области. Зачастую наши автовладельцы ставят машины, тем самым облегчая себе жизнь, но они не думают, что если, не дай бог, случится беда в вашем доме, в соседнем доме, работники МЧС не смогут проехать. Могутный червоный автоколенчатый подъемник с тяжкостью пробирается до умовного пожару по улице Макаёнка. Дорогу ему перекрывают два авто. Каб выкликать их уладальников, выратовальники включают рацию и просят господаров убрать машины. У выпадку реального пожару, коли каждая хвилина может быть вырашальной, оперативные службы просто не поспевают. Спеюсь на допомогу. Наступная кропка – высотка на улице Каменщикова. Тут ситуация еще больше сумная. Пожарная машина увогуле не может подъехать до дома. Мясцовые жихары рассказывают, тут были реальные выпадки, когда на выклик до дитяти не смогла подъехать худкая допомога. Согласно правил дорожного движения, запрещена стоянка транспортных средств со стороны жилой постройки. Тем самым водитель, оставляя свои транспортные средства, нарушает пункт 143.16 правил дорожного движения. За данное правонарушение водителям грозит административная ответственность по статье 18.22, часть 1. Штраф в размере одной базовой величины. Если это повторно, то штраф возрастает до двух базовых величин. Памятайте, водители обязаны заступать дорогу машинам МНС, милиции и худкой допомоги, коли у них працуют проблесковые маячки, а рук сопровождается сиреной. О порушении правил парковки ДАИ просит поведомлять по номеру 68 44 44. Вероника Хамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».